Добрый день, меня зовут Николай Турчин, я врач-травматолог. Мы сегодня поговорим о причинах симптомов возникновения заболевания халиус вальгус. Причина данного заболевания – это слабость соединительной ткани, которая приводит к излишней подвижности капсулы сустава, в дальнейшем приводит к деформации переднего отдела стопы, поперечному плоскостопию, которое проявляется в расширении самого переднего отдела стопы и отклонению первого пальца в наружную сторону, что связано с тем, что идет нестабильность в первом плюснефаланговом суставе, и мышцы, отводящие первый палец, перетягивают его в латеральную сторону, наружную. В дальнейшем, на более поздних стадиях, из-за тесной обуви или контакта обуви с кожей возникает проекция первого плюснефалангового сустава, утолщение, которое приводит к омозолелости, грубости кожи, дальнейшим к воспалительным процессам. И в более поздних стадиях второй палец залазит сверху на первый, и на подошвенной поверхности появляется мозоль. В начале данного заболевания отмечается небольшая припухлость в проекции первого плюснефалангового сустава и незначительное расширение переднего отдела стопы. Поэтому для первой стадии данного заболевания характерно отклонение первой плюсневой кости по отношению ко второй до угла 12 градусов. При этом первый палец по отношению к плюсневой кости отклоняет до 25 градусов. При второй степени это расстояние увеличивается до 18 градусов, отклонение более 25 градусов. При третьей степени более 18 градусов идет отклонение первого пальца по отношению ко второму пальцу. И первый палец отклоняется по отношению к оси первого плюснефалангового сустава более 35 градусов. Но в тонкостях данного заболевания может разобраться только специалист, поэтому ваша задача вовремя обратиться к врачу-травматологу. О методах диагностики данного заболевания мы с вами поговорим завтра. До свидания.